был вот первоначальный, приблизительно. Швов-то почти не видно. Вот приблизительно вот такой вот рисунок. Как бы вот к этому бра идет вот так вот. Основа раз. Такая. Держатель. Держатель. А сюда еще как бы доска. И к стене. То есть, а вот еще так. Такая фигурная. Да. Богата. Вот таких штук, вот именно светильника, в Москву мне заказывали 6 штук, да? Ну, заказали, так я сделал, как бы был заказ. И вот я изготавливал за неделю такой светильник и такую еще вазочку. За неделю. Очень хорошо сделаны швы, вообще их не видно. Старается. Да. Конечно. Классно. А это рисунок, вот не этот, который вот получается здесь гвоздички, и здесь были вот типа вот этих. Потом я перерисовал, и уже вот это мой рисунок. И с этим рисунком вот это у меня то же самое есть измененное. Знаешь, вот эти все. Да, прорезать. Это напильник специальный, да? Что? Стилка такая. Не, ну... Высверливается отверстие, а потом лобзиком выпиливается. Ну, тут еще грани как бы не обработаны. Вся проблема в подгонке вот этих вот... Швы вот этих, да, да. Вся проблема. Но дело в том, что... И тут еще надо стыковать, да? Чтобы круглый, подогнать. Дело в том, что... Ну... Еще в эксплуатации, как она поведет себя? Будет лампа там нагреваться? Это же все... Лампа... Такие... Клей нужен какой-то. Вот смотрите, видите? Угу. Если поставлена не 40-ка, а 60-ка. Видите? Да. Ну? Горит. Горит. Конечно. Угу. Ну? Угу. Вы уже ставили на лампочку. Это рабочая. Это рабочая, это да? После эксплуатации, когда вот такой крюк сломали. Ну, знакомые, кому дарил, я говорю, сломали, лучше отдайте. Я... А провод сюда должен был как-то продергиваться или как? Провод идет вот между вот отверстием здесь, здесь. По сгибу немножко можно приклеить, можно, но видно будет. Можно, конечно, проклеить. Просто продеть, да? Да. Я его продергивал как бы... Сейчас же интересные разные провода есть, так что... Продергивал сюда вот через отверстие и сюда. Когда продавал, говорят, да она вообще работает. Я говорю, ну пойдемте, попробуем. Что тут... Провод, лампочка. Ну вот на этом сейчас не заработаешь особо, да? Так только для души. Я не собираюсь зарабатывать. Мне просто интересно. Я... Спрос есть такой? Я... Иногда есть, наверное, иногда нет, да? Это все зависит от случая. Я девчонкам вместе на работе я работаю, сказала девчонки, на память я каждый вам подаю сувенир. Не будет меня, буду я, уйду, или что, посмотрите, вспомните, может быть, обо мне. Будет больше, так сказать, подарю, и будет вариант, может, буду продавать. Как-то народ перестал ценить это дело. Вот у нас Надя и подруга уехала в Германию жить. И от нечего делать, она такая пробивная вообще девушка, но не вписалась там в тамошнее общество и решила заняться каким-нибудь рукоделием. А оказалась не бесталанная, и у нее стало получаться стали и витражи там всякие, и декупаж хорошо, разную технику. Причем она осваивала через наши сайты интернеты, даже в Россию приезжала, в школы всякие, потому что немцы очень прижимистые в этом плане, они не делятся, не хотят делиться знаниями. Если делятся, то очень задорого.
Так вот, она не нашла покупателей. То есть они там и выходили на ярмарки там с мужем, с дочкой, и через интернет. Но все-таки у нее не высший пилотаж, да, что называется, не такой вот супер. Она повторяет чьи-то модели, хотя очень качественно. То есть это рассчитано на среднего такого потребителя, не знатока. А незнатоки предпочитают копеечные китайские изделия. Все очень красиво, но комары просто сожрали. Да, лесная зона, она такая классная. Ой. Жаль, что видео не может передать болевые ощущения от комариных укусов. О, как все красиво. Дождик идет еще в придачу. И комар кусает не за палец. Ладно. У меня просто рой этих комаров вьется. Ну ладно, мы уезжаем. Вот это моя любимая тропинка. Моя любимая речка. Вот все мое любимое. Идем. Каждый год приезжаю, каждый год ее снимаю. Вчера я в этой речке бултыхался. После того, как выскакивал из бани. Бежал. Правда, в этот раз не из нашей, а из дяди Жени. Это дальше, но я все равно бежал, бултыхался и остужал себя. Как поет птица. Делать не делать, а ты бы мне не позволил ничего делать. А так бы, представляешь, все. Можно забыть. Ты уже свободен? Я видел снимать. Вот если он скажет, что сделано, можно забыть. Про туалет, про санузлы, сделано. Ну, это, мне кажется, самое главное. Ну, да. Ну, потолки тоже такие забавные. Вот это вот на... Мне хотелось бы знать, что такой, все-таки, видишь, если они... Надувной называют, потом нитками обматывают, а потом прокалывают, он лопается, его аккуратно достают, а форма остается. Да ты что? Так интересно.
На ней. Там. Давай. Снимаю видео. Ты прям на кантеле играешь. А ничего, получается. Круто. Ну, ладно, хватит уже. Браво, браво, бис. А тут еще есть рожок, на котором тоже можно попробовать поиграть. Ну, попробуй. Да, это уже уметь надо. Лапоть. Да. Я тоже хочу потрогать лапоть. Хочешь, я это сфотографирую? Ну, подожди, я еще видео снимаю. Да. Ну, ладно. Ой, тихо-тихо-тихо. Ира, ну и что ты там видишь? Фишку взяла. Какую? Их Россия и Столовская. Как? Сколько стоит человек. Угу. Здорово. А здесь у нас охотники на привале. Левитан. Я понимаю. Да-да-да. Тоже уже Айвазовский. Феодосий.